Приветствую. Была небольшая предыстория. Задались вопросом. Были жалобы у клиентов на то, что во время просмотра видео не видно ничего. То есть очень плохое изображение, особенно на солнце. Оказывается, это тоже настраивается. Найти в обычном меню это не удавалось, но клиент нам подсказал, наш подписчик. Большой респект ему и привет от нас. Мы обратили внимание, также уточнили на фабрике. Да, действительно, есть возможность сделать это. Я уже рассказывал, чтобы зайти в инженерное меню на Android 10 либо 9, нужно для этого зайти в настройки автомобильные инфотеймент, дальше версия ПО. В версии ПО мы здесь нажимаем обычно, если набрать 8.8, то у нас получается это инженерное меню. Если набрать не 4 восьмерки, а 5, 6, 7, 8, то мы попадаем в меню настройки логотипа. Но здесь еще есть одно меню, о котором, в принципе, даже мы, честно говоря, не знали. 16.16. Что оно позволяет делать? Оно позволяет нам, как видите, оно остается, эта менюшка. Можно выйти и спокойно в любом меню сделать настройки гамма, подсветки больше-меньше, контраст дополнительный, еще какие-то настройки, настройки дисплея, подсветочки и тому подобное. Более точная настройка детальная самого дисплея. Это прекрасно решает проблему просмотра видео, потому что это как раз и есть детальная настройка режимов работы дисплея в разных условиях. Вот такое вот меню, пароль 1616, подписывайтесь. Спасибо большое еще раз нашему подписчику за интересную тему. Подписчик рассказал нам о модели, которая называется M10.8, либо M9.8. На андроиде она идет 9, либо 10 в новом андроиде, хотя там отличие небольшое, но Samsung производит еще несколько моделей. Вот модель на андроиде 6, которая называлась V1, которую вы можете видеть часто в магазинах под этим именем, хотя V1 шла и только на андроиде 6. Давайте проверим, как работает здесь это меню по настройке непосредственно подсветки дисплея. Та же ситуация. Есть настройки разработчика. В настройках разработчика у нас есть коды 5, 6, 7, 8. Заходим, не работает. Код 16, 16 тоже не работает. Значит, работает только классический. Что это означает? Что все, что нужно знать для настройки именно этого устройства на Android, что оно находится здесь. Ну и действительно, здесь есть Color Setting. И вот, пожалуйста, тоже меню. Вы можете изменять подсветку, яркость, контраст, хром и тому подобное. То есть еще куча всего. То, что можно сделать исключительно, добавив на ваш дисплей более качественное изображение. Но это на Android 6 на версии Samsung V1.